Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia C21S Plus. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера данного устройства. Итак, первым делом мы заходим в браузер. Для начала я засоряю историю, чтобы хоть что-то там было, чтобы можно было наглядно показать. Заходим в браузер и нажимаем на три точечки в правом верхнем углу. Выбираем «История». И теперь нажимаем «Clear Browsing Data». Выбираем временной диапазон. Можем выбрать за последний час, последние 24 часа, последние 7 дней, 4 недели или за все время. И после чего мы выбираем, что именно мы хотим очистить, и нажимаем «Clear Data». И таким образом мы очищаем историю. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.